несколько признаков неправильно подобранного лифчика. Первое. Слишком широкий пояс. Второе. Спадающие бретели. Или наоборот, впивающиеся. Третье. Косточка, впивающаяся в молочную железу. Четвертое. Косточка, не прилегающая к груди. И пятое. Грудь, выплывающая из чашки. И что мы в итоге имеем? Унылые тютюльки. А вот так все выглядит в идеале. Пояс параллельно полу. Бретели не спадают. Косточки плотно прилегают к грудной клетке. И вот так выглядит правильно подобранный лифчик. И грудь в нем идеальна.